Всем привет, друзья! С вами Малдер, и мы сегодня продолжим в Star Wars играть. Время, час ночи. Не спится ни хера, график по пизде пошел с этим коронавирусом ебаным. А это означает, что надо записать серию. Почему бы и нет? Надо проводить время с пользой. Что ж, мы нашли в прошлой серии раскопки имперские, и теперь надо нам вот подняться наверх, как я понимаю. Мы переключили тут. БДшка теперь умеет у нас, к счастью, ползать по тросам вверх. А, и здесь трос, смотри-ка. Смотри-ка, там имперцы стоят в размере двух штук. А зачем здесь вот эта хрень сделана? А, ёпта мать, она он... Трос-то только там начинается. Ничего себе. Ну ладно. Эй, а куда они ушли-то, суки? Пора с ним покончить. Я не буду пиздеть. Сейчас упаду. Не буду громко пиздеть. А то... Опа. Мы можем победить! Ночь же! Не все же такие, как я. Соседи тоже спят, блядь. Нужно прорвать его защиту! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Подожди, надо пулеметчик вот этого пиздануть. Да что ж ты делаешь, гад такой? За ним! Нет. Стоять! Отлично. Я что-то подумал, кстати, тут на досуге. Я не пользуюсь абсолютно вот этим вот... сильным ударом. Стоп, у нас он как-то еще выпад ведь мог делать. Ага, выпад — это чисто удерживать кнопку. Хорошо. Надо будет взять на вооружение себе этот приемчик. Стоять. А там у нас что? С помощью него можно даже... Нет, хотя получится дольше перемещаться. Это у нас лифт, как я понимаю. Давайте-ка взаимодействуем. Блять, невозможно подъемник вызвать от... А, слушай-ка, так это, наверное, тот самый подъемник, который завис вверху, который мы не смогли снизу вызвать. Как-то его надо активировать, как-то включить. Не знаю как. А вот этот куда, интересно, трос ведет? Давайте-ка мы глянем. Смотрите, трос идет в никуда, можно сказать, да? Наверное, как-то можно на ту вот площадку будет... Я до него, наверное, даже не допрыгну. Хотя, подождите. Не, допрыгну. Куда вот он ведет? Ёб твою мать. Все понятно теперь, куда он ведет. Нет, БДшка, давай-ка мы обратно с тобой перелезем. Все, хорошо. Значит, у нас тут только одна дорога. А тут одна дорога. Значит, нам только надо идти туда. Туда мы тоже не пройдем. Все, идемте. Бегать, вот с бегом тут проблема. С бегом проблема, блядь, сколько раз говорил, буду говорить. Не знаю, почему так сделали разрабы. Хотя, подождите. Он вот бежит, 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 бежит. Если я нажимаю на эту кнопочку. Нет, он один хуй никак так же бежит, правильно? А, во-во-во, смотри-ка, смотри-ка, почесал как сильно. Ой, убери, пожалуйста, убери, я не то хотел сделать, вот. Спокуха. Если мы вот это нажмем, он бежит... Да, слушай, а так он быстрее бежит, действительно. Но только в сторону, если нажмешь, он останавливается. Все, хорош мозги ебать, как мы это любим делать. Надо играть. Тут что? Тут открыт проход. Что за хуйня была сейчас? Эх, нахуй, там мой дрон, блядь. Там дрон. Он сейчас ко мне полетит. От сволочи, а? Готов. Сейчас мы здесь проход откроем, точно. Тут кто-то валяется, имперц. Отзвук, сейчас, подожди. Давай-ка мы вот БДшкой откроем. Тут и робот он валяется. Только робот какой-то странный. Это хранитель, наверное, какой-нибудь. Давай, замыкай. Открыт короткий путь, отлично. Просто отлично. Тут и верстак есть. Но верстак нам не нужен. Но здесь мы уже только меч можем персонализировать. Сейчас мы почувствуем отзвук. Да куда ты пошел, побежал? Иди сюда. Что это? Отойди от него! Огонь! Хранители гробницы. Так мы их видели уже. В поисках артефактов Зефа этих штурмовиков ожидала внезапно ужасающая встреча с хранителем гробницы. Мы таких уже видели.
Ну, не очень приятный дядька. Забить-то он может. Пиздануть может знатно. Здесь можно даже так сделать. Это чисто мы тут проход открыли. Ну ладно. Нашим легче. БДшка, ты там так и будешь висеть, что ли? Или все-таки придешь ко мне? Соизволишь. Тут еще, между прочим, для тебя есть работа. Да, он бежит. О, блядь, вот это сложный типок. Это сложный типок. Это сложный типок-то, блядь. Давай, выпад. Оп, блядь. Сука, он пробивает меня. Твоя смерть близка. Давай, вставай, ёпты, блядь. Так, нужно держаться. Во, отлично. Слушай, вот это помогает. Я сейчас как раз применил сильный удар. Нормально его так херануло. Мы не особо много здоровья-то потеряли, как на предыдущих таких же двух. Таких мы встречали именно два раза. Это я помню точно. Первый раз это было. В первый раз, блядь. А второй раз я подлечился, и он, соответственно, восстановился заново. Тут что такое у нас? Здесь как... Вот это что за трос? Как-то его надо, наверное... А, подвинуть, наверное, надо. Все, понятно. Его, наверное, надо подвинуть. Стоять. Там что-то есть. Тут надо что-то нажать. Ну-ка, погнали. Блядь, не допрыгну, что ли? Ну как? Как так-то? Вот здесь. Давай, прыгай. Ага. Хоп. Есть. Вот звук. Ящик с инструментами. Рабочий в спешке бросил свои инструменты. Ему были нужны реликвии, и не было дела до погребенной здесь истории. Разрушительные меры. Инструмент, оставленный рабочим, который спешил найти реликвии Зеффа и не заботился обо всем, что было вокруг. А что было вокруг? Что у нас было в округе? Тут можно как-то пробить эту хуйню? Нет. Тут у нас крыша есть. Крыша есть. Хуй знает, что тут делать на самом деле. Может, что-то здесь нажать надо? Но пульты тут как бы не активны. Ну-ка, да, погнали сюда. Нет, ну я... А! О! Здесь есть площадка. Здесь есть площадочка. Ладно. То есть, а тут у нас даже вон имеется трос, по которому мы сейчас сможем залезть. Куда-то. Стоп. Тут надо будет бежать. Ебать, колотить. Эх, ничего себе, я даже на трос запрыгнул. Там что-то есть. Еще что-то есть. Давайте-ка мы с вами это откроем. Тут тоже какой-то отзвук, как я понимаю. Брось веревку. Че-то за нее схватился. Мои люди удвоят усилия. Мы проникнем внутрь, офицер Крейн. Нахождение реликвий. Защитный ящик, которым транспортировали найденные в гробнице артефакты. Этот использовался рабочим, от которого требовали определенных результатов. Я до верёвки так, наверное, не допрыгну, правильно? А вот так допрыгну. И мне надо куда-то. Слушай, что-то вот эта вот стена, она как-то выделяется другим цветом. А интересно, за нее можно зацепиться? Ебать-ка. Что? Да ладно, блин. А, точно, смотри-ка. Ёпта, блин. Нихера себе. Ну ладно. Здесь никого? Здесь тоже как... А, здесь еще сохраняшка есть. Ну, кстати, смотрите. Тут есть... Что это за хуйня? Тут есть воздушный поток. Подожди, давайте мы сейчас сохранимся и попробуем туда спрыгнуть. У нас что, аптечки есть, все есть. Не надо нам ничего восстанавливать. Жизней много. То есть просто сохраняемся. У нас 2 очка навыков, кстати, есть. Ну, давайте мы сейчас что-то исследуем. А исследуем мы с вами... А, есть 1 очко. Увеличивает дистанцию, преодолеваемую Кэллом при выполнении атаки в рывке. Атака с воздуха позволяет Кэллу оттолкнуть ближайших врагов при приземлении. Удержание замедления позволяет Кэллу замедлить цель вокруг себя, увеличивать дальность замедления целей. А здесь что такое? А, здесь все исследовано уже, да?
Два очка. Ну, вот это вот атака с воздуха. Что-то, блядь, как-то... Вот увеличивает дальность. Я бы вот это сделал изначально. А потом-то... Ох, нихера себе ты прыгаешь, как теперь. А потом давайте сделаем вот это. Импульс. Сейчас подкопим. Как раз очков. Очки. Подожди, подожди. Стой. А, удерживай. Тьфу, блядь. Ох, ёпты. Хорошо, ну-ка, стой-ка, подожди-ка. Подожди-ка, Коля. Тут закрыто? Блядь, закрыто. Николя. А если мы в поток прыгнем? Я, кстати, до него не допрыгну. Да. Вот эту ёбань как-то надо нам... Опустить, наверное, правильно? Меня интересует, что это за желтая такая веревка на устройстве? Что она дает? Хер знает. Ну что-то дает по-любому. Тут вот отключить ничего нельзя. Здесь ничего не отключается. Ну ладно. Выясним обязательно мы с вами это как-нибудь потом. Я думаю. И здесь такая же висит. И то ли может это просто так кабель сетевой нарисован. То ли что ли хрен его знает. Но он прям выделяется. Он прям выделяется, и что-то надо с ним делать, как я понимаю. Как о, ёб твою мать! Как предсказуемо. Да, я знаю твое имя. Твое прошлое. И самое главное, я знаю о Кордове. Скажи мне, где он спрятал голокрон? Отлично. О, я что-то никак-то не ожидал тебя тут увидеть. О! Я и не такое переживала. Да ладно, пиздеть-то, не такое ты переживал. Сейчас ты переживешь, сучка. Ох, твою мать, забыл. Сейчас я ебнем. Это слишком просто. Как просто? Пиздишь, тварь. Ты увидишь своего учителя. Пиздишь, тварь. Как? Да куда ты, блядь, дурила? Вторая сестра. Нихера себе, блядь, вторая-то сестра, блядь. Вторая-то сестренка. Блядь, да что такое? Я не успеваю среагировать на эту хуйню. Отскакивать же надо, отскакивать. Так, БДшка, нам необходима помощь, по-моему. Давай-ка, ебани. Бросай Стим! Я успел. Блядь, ну сука, она прям... У меня силы нету. Как нету силы-то? Где я вообще-то? Вторая сестра. Ох, ты меня пригвоздила как. Я и не такое переживала. Да понятное дело, блин. Но половину ёбнули. Да что ж ты будешь делать-то, сука? Она вот в момент атаки очень... Эй, такого хуя. Ёб твою мать. Ты растешь. Не так талантлив, как последняя ученица Церена, тоже неплохо. Ты ведешь им учет. Странно, что Цера ничего не рассказала. Хранит секреты она не умеет. А ты так хорошо ее знаешь, да? О, она была слаба. Раскололась на имперском модуле для допросов. Выдала местонахождение своего наивного подавана. Они бы ни за что меня не нашли. Если бы не она. Она предала меня. Ты Трилла. Она самая. Ты не будешь мной манипулировать. Ты так уверен, да? Когда перед ней встал выбор спасти себя или своего падавана, победила ее эго. Она сдаст тебя тоже. Ну, я могу за себя постоять. Можешь ли ты позволить себе этот риск? В душе твоего нового учителя кроется тьма. Видел бы ты ее, когда она узнала, что они со мной сотворили. Она дрогнула. Явила подлинную натуру. Прибегла к темной стороне.
Она перестала пользоваться силой. Да? Интересно, как скоро она предаст и тебя? Стоит ли доверять ей, когда ты найдешь Голокрон? Что бы сказал Джаро Топал? Ты не имеешь права упоминать его имя. Интересно, что бы он подумал, увидев своего падавана сейчас, скрывающегося в тенях с предательницей, помогающего ей найти легион податливых учеников? Нет, я ни за что не дам их в обиду. Когда-то я тоже так думала. Смотрите, я как и предполагал. Точно. Трилу захватила империя. Она стала плохой. Она и есть сестра. Я все то же самое сказал. Падаван Церы. Вторая сестра рассказала, что ее зовут Трила. И она когда-то была падаваном Церы. Под пытками Цера выдала ее местонахождение империи. Трилу нашли и превратили в инквизитора. А девятая сестра тогда кто, интересно знать? Ох, вот это замут. Вот хороша чертовка, блять, надо признать. Кроме носа. Почему? Я бы ее добил, твою мать. Там половина здоровья-то у нее осталось. Сука, ну она быстрая тварь. Я не могу. Видать, реакция-то уже не та стала, блядь, с годами. Да нет, все нормально с реакцией. Но что-то не могу сообразить, в какой момент. Не успеваю отскакивать. Когда она становится красной и делает свою неотбиваемую вот эту атаку. Тут что такое? Тут нихера. Трилла. Ай-яй. Все точно так же, как я и предсказывал, а? Прованговал. Так сказать. Хотя Ванга ни одного предсказания не сделала, нахуй. Точного. Ничего, блядь, не сбылось из того, что она предсказала. Но это дело десятое, ладно. Это дело десятое. А мы с вами идем куда-то. Сюда я не запрыгну. Спасибо, что помог беде. Ты спас мне жизнь. И помог подобраться к гробнице. Церы, значит, ее выдумал. Нет, ну а с другой стороны, Трилу можно понять. Учительница Трилы, учитель, взяла и сдала ее империи. Должна была сама сдохнуть, но никак не сдавать ее. И понятно, почему Трила расстроилась. Обиделась на нее. И примкнула к империи. Все тут понятно, все ясно. Это да, практически каждый бы так, наверное, сделал. Может, не каждый, но большинство это точно. Так, я не знаю, что нам делать. По поводу чего, не знаю. По поводу того, что лечиться или нет. Давайте полечимся. Здоровье и силы восстановлены. Аптечку восстановили. Но враги тоже восстановились. Тогда мы с вами... Ну, тут враги-то... Врагов-то мы еще тут не встречали, так что похеру. Все равно в первый раз их будем долбить. А те, которые мы были... Мы нашли ее. Здесь все не так, как в другой гробнице. Не знаю, но мне это не по душе. Гробница Миктрула. Новая задача на Галакарте. Блять, подожди, где Галакарта-то? Новая задача на Галакарте. Миктрула. Вижу веревки. Ага, тут надо будет сейчас спрыгнуть, понятно? Я нашел ее, но... Церы... Почему ты мне не сказала? Она всегда лжет. Ты... Как? Я перенаправила сигнал, когда ты попытался с ней связаться. Взлом зашифрованных передач всегда был ее любимым занятием. Она меня и научила. Всем, что умеет Церы, я овладела в совершенстве.
История второй сестры. Империя была близка к нахождению гробницы Миктрула, поэтому Кел поспешил на Зефа, где оказался в ловушке, расставленной второй сестрой. Оказалось, что ее зовут Трила, и она бывший подаван Цера. Трила практически одержала верх в напряженной схватке, но когда она была готова нанести Келу смертельный удар, вмешался БД-1, сгенерировав между Келом и Трилой неразрушимое лазерное поле. Кел бежал в гробницу Миктрула, пытаясь одновременно вызвать Цера, но Трила взломала его ком. Его ком. Тут мы сейчас покатимся? Блять, точно. Эй, что? Как? Я нажимал прыжок-то. Там, кстати, еще какой-то проход, я вижу. Ёбаный рот. Подожди, что-то я тут потороплюсь. Тороплюсь, хорош. Все есть. Угу. Зацепочки. Вот так история, блять. Ну, хотя все было логично, на самом деле. Все было логично. Тут дурак бы не догадался, что сестра одна из... Та? Одна из... Как сказать-то, блядь, правильно? Сестра. Это и есть ученица. Подава. Цере. Что за хуйня? Эх, ебать, колотить. Это кто? Эх, блин, а, этот, это здоровый, ёпты мать. Не надо ножкой так делать. О, нормуль. Стой. Спокуха. Ну, еще раненько, отлично. Готов. За них нормальные энергии дают, но они, блядь, тоже бесполезные такие. Медлительные. Ну, он вот даже ни одного удара нам не нанес. Здесь можем проломить стену. А, здесь вода. Вода, смотрите, здесь что-то есть. А, сейчас опять шары будем катать. Я понял. Шары, а где взять? Вижу. Но он в какой-то стеклянной херне, в какой-то колбе. Надо нам как-то наверх пробраться. А, здесь, смотрите, здесь есть шар. Был, точнее. Но он разбитый. То есть я его уже никак... Нет, уже никак. Тогда куда-то надо нам пробраться. Куда-то... Откуда вода-то льется? Дождик, что ли, блядь? Или что тут? А, здесь вот еще есть пролом в стене. Хорошо. Что-то есть. Взаимодействие? Ну, давай сканируем. Нужно проверить. Имитируют силу притяжения планеты. Другого объяснения я не вижу. Кордова что-то сказал. Ну-ка дайте за Кордову почитаем. Банк данных. Путешествие Кордовы. Мой друг, эти устройства, похоже, имитируют силу притяжения планеты. Другого объяснения я не вижу. Это скорее не гробница, а храм тщеславия одного правителя. Тут одни и те же глифы со словом Астриум. Всегда рядом с поврежденными статуями. Полагаю, Астриум был распространенным священным символом. Возможно, связанным с, с хранилищем. Хранилище, а это что такое у нас? Ну, давай-ка нажим... А, надо мне взаимодействовать. Ёб твою мать. Это что такое было? Это... Бляха-муха. Что это такое? Оно, кстати. А, я могу их кидать. Погоди, а как они тут действуют? Хуй знает. Все типа того? Почему? Взаимодействие. А, какое-то поле отключается. Смотри-ка, ну-ка нахуй. А, или это ветер ли? Подожди, может это ветер? Ветер. Тут что такое? Медитирует. Подожди, медитирует-то. А я не знаю, что это такое на самом деле. Это появляется какое-то поле? Или... Нет, ну на ветер это не похоже.
Надо признать. Тогда сейчас медитируем. Очков у нас нету. И мы с вами пойдем дальше. У тебя нет времени. На что? Мои разведчики нашли интересный артефакт в гробнице. Я уже изучаю его, открываю его тайны. Кажется, Кордова был просто очарован этими Зеффа. Возможно, настолько, что спрятал Голокрон среди их костей. Посмотрим, чему же ты научилась. Кстати, там вон эти стоят, причем они стоят рядом с Хранителем, но Хранитель бездействует. А почему? Я вижу, что тут разбить можно. Быстрее, атаковать его! Ага, здесь эти хуи стоят. Давай, давай, давай. Чё стреляй, сука? Назад, я разберусь. Этот готов. Все! Этот тоже готов. О, этот готов. Вот теперь можно действовать. Отслеживаю цель. Сейчас мы сверху прям, ну вот на генерала, блядь. Эй, а что сверху-то не сработало? Кажется, он боится! Кажется, он боится, бля! Естественно, блядь! Ссу в штаны, блядь! Я единственный, кто остался! Да! Единственный, кто остался. До сего момента. Как-то нам надо этот шар опрокинуть. Стоп, здесь есть опять же тот же самый выключатель. А здесь тогда чего? Сюда мы можем залезть. Тут ты... А, это я ёбнул его. А тут чего? Тут какие-то устройства... О, ёпт, а там кто такой? А, козлик. Козлик здесь, да? Я могу его через решетку пиздануть? Козлик? Не, не могу. Тут какая-то хрень. Что с ней надо делать, я не знаю. Надо, наверное, пустить ее. Скорее всего, во всяком случае. Здесь опять же у нас... Что? А я не могу туда пролезть? А почему? И... Здесь выключателя-то нет никакого. Странно, ну ладно. Ну ладно, сейчас мы здесь пройдем. Что это? А, это вот эти вот фонари как раз. Хорошая работа. Мудрец Миктрул. Вативные свечи. Одним из подношений, которые чаще всего приносили в гробницу Миктрула, были вативные свечи, заключенные в металл и украшенные резным орнаментом. Считалось, что их пламя символизирует бесконечное могущество Миктрула. Это свечи какие-то, блядь. А здесь козлик, наверное, будет, да? Нет, просто ящик. Просто ящичек. Давай, сканируй. А, ты, я думал, ты сейчас ящик откроешь. Мой друг, найденный здесь обескураживает. Мудрец Миктрул. Мой друг, найденное здесь обескураживает. Похоже, эти свечи приносили в гробницу как подношение мудрецу Миктрулу. Я считаю, что их зажигали в честь ветра жизни. Но чем глубже... прохожу в гробницу, тем меньше нахожу там подтверждений. Однако один из даров приводит меня к недоумение. Статуи Зеффа с чем-то вроде сфер в руках. Хотя большая часть гробницы хорошо сохранилась, они не все уничтожены. Любопытная загадка. Давай, открывай. Не хочешь заглянуть? Что там у тебя? Получен новый материал светового меча. Хизиановый сплав. Ой, думал, сейчас не допрыгну. Но допрыгнул. Это что такое? Какой-то замок. Вот это, наверное, какие-нибудь пульты. Ну-ка, давай-ка мы сейчас активируем. Это что-то мы тут активируем? Блять, а почему свечи-то у меня там залетали? Да. Вон оно что. Там, кстати, проход какой-то есть. А я могу его подвинуть? Не то сделал.
Так, это магнит. Это что-то типа магнита. Ну-ка, давай-ка мы сейчас сюда нажмем. Оно выключится. Заебошим коробку. Откуда она, кстати, взялась, я так и не понял. Она упала отсюда. Так. Куда ты пошел, дядя? Эй! Хуя себе, блядь. Просто взял и ушел. Ну ладно. Может, он добрый? Нет, не добрый. Нет, не добрый. Тут вообще мы были на том берегу-то? Вроде как нет. Здесь что? Здесь сохраняшка? Ну, блин, рано еще нам заканчивать серию. Сейчас еще маленько побегаем. Рановато будет. Сохранимся. Надо понять, что это за магниты и как они вообще действуют. Что за принцип? Да, ты че? Это куда там я полезу? Нет, тут мне не дадут это... Или дадут? Не дадут. Не дает. Надо как-то сжечь эту ебань. Нам туда никак не добраться. Лучше вернуться и сообщить отряду. Летай! Блять, что такое? О, нормально. Там коробка. Как-то надо пробить эту вот всю хрень. А как это сделать? У нас везде эти корни. У нас везде эти корни здесь. Да? И там корни, и здесь корни. Надо будет сюда будет вернуться, как только мы сможем. Может, умение какое получим. Ну, в смысле, то, что мечом сможем прорубать их. Что-то еще. Свет, кстати. Кстати, свет в конце тоннеля. А, вот тут как надо туда перебраться. Сейчас переберемся. Спокойствие. Блять. Спокойствие. Так. Хоп, зацепились. А наверх можно? Наверх нельзя. Значит, только сюда. А сюда это как? И... А, здесь есть трава-то. Тут вон ее сколько. Так что не страшно. Погнали. Тут это ебань. И крысы. Все-таки ты больше на крыс похож, блин, каких-то, а не на собак. И сдыхну. С каждой минутой моих солдат тут все больше. Боишься сразиться один на один? Если бы твой дроид не вмешался, я бы с легкостью тебя убила. Ничего, приятель. Не слушай ее. Не слушай ее, дружище. Мне на самом деле Трилла нравится больше. Честно признаюсь. Мне рожа этой самой Церы сразу не понравилась. Кого-то они там ебошат уже. Давай-ка мы взаимодействие включим. Что произойдет? Ага. Ох, твою мать. Нихуя себе тут какой эффект образовал. А я могу все обратно сделать? Да. А для чего это? Стоп, ну я вот по этой хрени, вот по этим штукам смогу пробраться куда-то. Потому что на них растет трава. Мох. Поросло травой. Давай-ка нажмем. Хуяк. Сейчас крысу забьем. Ой-ой-ой, это самое, цветовчик, ёб твою мать. Что? Как ты, сука? Меня знобит. Еще кого-нибудь знобит? Штурмовики, которых знобит, не получают звание штурмовик года 7173. И что это было? Тебе знобит? Сейчас обстановка такая в стране, блядь. Где ты? Ага, вон ты где. Струляй, сука, ага. Не, светошумовая пошла. Или как это? Просто ли? Осколочная.
Сюда мы прошли, да? Сюда-то мы прошли, а дальше-то куда? А куда дальше-то? Сюда? Ты отсюда не уйдешь. Штурмовик-охотник? Штурмовик-охотник? А где ты? Там ракета летит, да? Или нет? Мне показалось, что да. Там этот, бляха, град приземлился. Ёпта мать. Охотника вот только нам не хватало для полного счастья. Причем с палками охотник-то. Самые мощные. А, нет, с дрыном, с дрыном. Ну, с дрыном не такой мощный. Ой, блин, кто такой, блядь? Тихо, тихо, тихо. И это джедай? И это джедай, да, блядь, как бы. Мы это сами недоделаны немножко, но все-таки. Так. А его можно сбросить, наверное, да? Все, ну, вот я говорю, блядь, они бесполезны. Самый мощный это с двумя палками. Давай, что такое тут происходить сейчас будет? Нажимаем. Эта хрень разъехалась, ну куда? А, подожди, все нормально. Сейчас пройдем. Сейчас нам надо на тот берег, наверное. Вот напрягает тот момент, что он цепляет, когда цепляется, практически всегда цепляется одной рукой. Приходится курком дожимать. О, еб твою мать! Нихера ты, блядь, подставу, как у меня тут совершил. Охуеть, не встать. Курком дожимать. Типа, чтобы он вторую руку задействовал. Нахуй это сделали, непонятно. Цветочек. Цветуёчек, цветуёчек. Там, кстати, снайперюга вон стоит, я как понимаю, да? Бать нахуй. Это куда? Вот, взобраться, блин. Он цепляется одной рукой. Давай, ёпта, цепляйся. И чего? Куда-то вниз? Нет. Куда-то вверх? А я могу забраться наверх? Нет, конечно же. Конечно же. А, могу забраться, знаете, куда? Могу забраться, наверное, никуда, блядь. Там что-то есть, ты посмотри, как я это пропустить-то мог. Эй, а как взять нам это кусок силы же? Ай-яй-яй-яй-яй. И что делать? Кабыли хуй приделать? Не, подождите, если вот эта штука... Давайте-ка мы сейчас вот ее... Но мы можем на ней, наверное, зацепиться. Слушай, точно, надо успеть просто-напросто. Давай, взаимодействуй. И на ней уехать, правильно? Я так понимаю. Давай, взаимодействуй. Блять, не успел, ебаный, нахуй я меч-то застал. Зачем я меч-то застал, твою мать? А как еще тут? Я не знаю. Чпок. Не, не успеваю, не успеваю. Подожди, а как же, блядь? А как же быть? За кусок дерева я тут никак вот не зацеплюсь. Даже если вот сюда залезу. Нет, я не достану. Не, ну мы идем правильно, это 100%. Идем... А, погоди-ка, подожди-ка. Идем правильно. Ну-ка, давай-ка вот эту хуйню. Тут примагнитили. Но! А что ты не цепляешь, ты ебаный мудила? Подожди, а как если я вниз, допустим, вот слезу? А что вниз-то? Мне ничего это не даст. Вот у меня единственный вопрос. А я вот за эту хуйню могу зацепиться? Не могу. Не могу. Это еще тут хуйня дергается, блядь. Дай ее пизданем. Ну сейчас новый вылезет, блядь. Даже если мы этого убили, ничего тут не даст это нам. А если... Нет, ну тут непонятно, что делать. Или действительно
просто успеть. Слушайте, ну у меня такое ощущение, что... А как иначе-то? Может, все-таки можно по ней залезть? Я про вот эти вот кусты. Ты вот здесь не залезешь? Нет, он не хочет здесь залезать. И здесь не хочет залезать. И опять не хочет залезать. Блин, а как они изначально были? Когда я сюда пришел? А я не помню. Да не успеваю я. И вообще, можно ли за них зацепиться в полете? Хуй её знает. Давай-ка посмотрим. Ну, я думаю, вряд ли. Я все-таки думаю, навряд ли. Тогда что делать? Блин, затуп нахуй. Все шло нормально. И тут на тебе. Наверх я не попаду. Да, ты цепляешься за эту? Нет. Наверх я не попаду. Но я сомневаюсь, что можно. Там, кстати, он что-то лежит, так моргает. Или нет? Нет. Я сомневаюсь, что... Можно за нее цепануться. Во время того, когда она перемещаться начинает. Замедление, блядь. Замедление, блядь. Работает. Так, крыса. Давай нахуй отсюда. Замедление сработало. Что-то, блядь, забыл про него. Ну ладно, ладно, вспомнили. Не пиздите много. Замедление. Что за хуйня? Что такое? А, это огнеметчик. Огнеметчик. Тут что-то надо делать. Подождите. Я туда допрыгну, интересно знать. Я допрыгну по стене. Просто великолепно. Он из эту самую крысу убил. И мы на него сверху запрыгнули, с одного раза пизданули. И чего? Здесь свет есть? А, во. Свет-то есть. Ему как раз к козлу пришли. Козлик, жил-был у баб... Блядь, ёпта, это мне выебало. Я замедление нажал. Случайно, случайно, между прочим. Да хватит у меня таранить-то. Козлик, блядь, жил-был у бабушки. Серенький козлик. А как мне эту херь убрать? Теперь с этой стороны... Представь, какие артефакты Империя бы упустила. Не начни ты шнырять на этой глухой планете. Думаешь, оно того стоит? Я слышал, проект «Бур» принес большие потери. Штурмовики и рабочие. Пушечное мясо. Ты чудовище. Я то, чем меня сделала Церы. А почему она чудовище-то? Это, блядь, во всем мире так нахуй. Ага, я понял. Я понял, знаете что? С помощью этих свечей мы можем сжигать. Вот так вот. То есть корни сожжены. Открыт короткий путь. Открыт короткий путь. Тихо. Короткий путь-то куда открыт-то? Ага, все, я понял, где мы. Я понял, где мы точно. Итак, мы на какой-то хрени. Здесь еще одна стена разрушаемая. Нельзя, да ладно, блядь, ну хорош, ты че, дядя? Ой, простите, блядь.
готов. Вот я сильным ударом, вот. Сильным ударом по, по черепушке, и все, он готов. Сильный удар. Ты че? Собака меня это херанула, ты посмотри. Да заебете вы нахуй. Две еще к тому. Три. Сука, жрет меня. Фосы, блядь. Жрут почем зря, блядь. На-на. Отлично. Забили, забили, забили. Фосс, это, блядь, откуда? А, в Мадагаскаре было, блядь. Жрут почем зря, блядь. Так, это куда? Это сюда. Атакуем его! Ова, сразу двоих захерачил, отлично. Он всех убьет, естественно, блядь, дядя. Давай, струляй, струляйте, суки. Теперь ты. Там кто-то еще ебашит? А, там еще один. Сейчас. Ладно, я справлюсь. Как тебя командиром-то, блядь, назначили такого трусливого? Так, граната пошла. Удачный маневр. Удачный. Удачнее не придумаешь. А здесь что-то есть, смотри-ка. Судя по всему. Ну-ка, давай-ка зайдем сюда, глянем. Что здесь? А, нет. Это с обратной стороны. Оттуда как-то смог бы сюда пробраться. Все понятно. Блядь, теперь уже перебор с серии. Сука, хер вот угадаешь, блядь. Вот если нет сохраняшек в тот момент, когда ты захочешь, то все. Серии, блядь, некоторые растягиваются, некоторые получаются короткими. Хер угадаешь здесь. Я забрала артефакт на свой корабль для изучения. Жаль, что ты не успел. Можешь красть что угодно. Ты никогда в этом не разберешься. А ты смог бы? Еще немного и узнаешь. Пожалуй, я рискну. Хороша баба. С яйцами, так сказать. Это что такое здесь? Опять какая-то красная хрень подсвечивается. Что это за ебань? Нет, она не раз... Ну, наверное, что-то какой-то механизм, открывающий проход. Открывающий ворота. Тихо ты, блядь, не падай. Не все время его хочется почему-то Энакином назвать, блядь. Я не знаю почему, блядь. Энакин, блядь. Потому что, наверное, я всего два имени знаю. А, нет, ну нет, не два, больше я имен знаю. Касаемо джедаев. Оби-Ван Кеноби, блядь, знаю, нахуй. Энакин. Люк, конечно же, как без него-то. А что делать-то? Погоди, а, тут пол-то есть уже. Люк, кто там еще был? Еще кто-то был в фильмах-то, блядь. Сейчас уж всех не вспомнишь. Йода! И про Йоду-то как мы забыли. Мастер Йода, блядь. Так. А тут сохраняшки-то не будет у нас, да? Как я понимаю. Где, блядь, сохранение? Вы что, вы как-то уже... То на каждом углу встречается, то нет, нихера. Это что такое? Давай-ка мы активируем. Типа мы выключили их. Все понятно. Ой, что-то разрушил. А куда лезть-то? Вот эту щелочку? Нет? А, да. Щелочка. Сейчас, блядь, опять на час, нахуй. Растянем серию. Не люблю, блядь, такие здоровые серии. Их делать долго. Играть-то люблю, а вот делать их очень долго. И YouTube их обрабатывает очень долго. Сейчас YouTube вообще везде так долго стал обрабатывать серии. Это жопа просто. Давайте здесь сохранимся. Там какой-то экшон намечается, как я понимаю. Одно очко. Потратить его никуда нельзя. Дерево навыков, да? Погоди, а здесь... А, еще тут не все у нас появились, да? Ну ладно, хрен с ним. Появятся тут еще какие-то умения. Мы с вами обязательно выясним, какие... Время почти 2 доходит. 2 ночи. Пиздец, нахуй. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.